Владимир Данилец и Владимир Моисеенко! А где же вы, девчонки, девчонки? Короткие юбчонки, юбчонки! Эх, какие женщины красивые! Как говорится, как много девушек хороших, а тянет только на плохих. Эх ты! Ах, кого я вижу? Иван Антонович! Физкульт, инфаркт! Давайте присядем, потусуемся. Начинается. Я говорю, воздух проветрим, птичек понюхаем. Ну как жизнь молодецкая? Как перенесли повышение пенсии? Есть еще порох в полиатрите? Молодежь! Вон парочка на скамейке. Опять подрались. Антонович, да успокойтесь. Это сейчас так целуются. Ну рассказывайте, рассказывайте. Как семья, детки, собаки, как? Какие собаки? Ну супруга с невесткой как? Не, это не женщины. Это смотри, он идет, ух, красавица, это жестокий романс, елки, какая хорошая, лохматый шмель ядри. Девушка! Девушка! Привет, Виталик. Опознался. Я говорю, рот закрой, кислород тут поглощаешь, ходит. Рожа от тела уже как будка, пора худеть, понимаешь? У меня зять недавно тоже похудеть решил. Славик, так он же у вас прекрасный молодой человек, атлетически сложенный в кучу. Называется эротическое похудение. Эротическое похудение? Я у него сейчас в реанимации был. Эротическое похудение – это то, что мне поутру. Да не поутру, а за три сеанса. Антонович, давайте так, про эротическое, только внятно, но членораздельно. Вот он и рассказывает. Ага. Прибыл, значит, он по объявлению. Так. Доложился. Ага. Заводят в совершенно пустую комнату. Посредине большой круглый стол. Понимаю, как бы строгий интим. И открывается дверь. Ага. В комнату входит обнаженная девушка. Дедушка обнаженный. Вы каким органом слушаете? Девушка входит без обмундирования. Ага. И давай, говорит, меня раздевать. Вас? Да если б меня, зятя, слушайте, не перебивайте. Лучше бы меня. И в каком последствии, в каких этих... Ну что вы такой дотошный? Ну зашла обнаженная, представилась. Представилась. Да не представилась, а представилась. Отрапортовала о прибытии. Ну как бы отдала честь? Вам! Да если б мне, чтоб я не взял, то зятя, слушайте, не перебивайте. Он тупой-тупой. Ну это я знаю. А видеть такое дело, сразу воспрял. Духом! И духом тоже. Он говорит, я, говорит, за ней вокруг стола. Так. Она от него. Так. Он за ней, а? Она от него. А? Он за, она от. И? Ну что и? Он за, она против. Ну, как бы единогласно. И? Что вы тут икаете? Что вы тут звуки издаете, как невеста в камышах? Заведите себе зятя, одолжите ему три пенсии на эротическое похудание. Попикаем вместе. Антон, успокойтесь.
давайте вернемся к нашим влюбленным этим барашкам. И... Ну, он говорит, что я, говорит, ее уже вот-вот. Ага. Тут сирена, сеанс окончен. Как окончен? Как окончен, когда еще не начинался? А вот так, с вещами на выход. Так что не догнал? На второй сеанс зять уже на такси прибежал. О, нужно будет ботинки без шнурков. Ну, догнал! Он же ж тупой! Так догнал! Догнал или не догнал? О! Нужно будет... Так, Антонович, я вас умоляю. Догнал! Так меня уже... Я ж говорю, догнал! Так шнурки лопаются! Я говорю, догнал! А я глухой, догнал! И у меня прям камень с почек. Догнал! Но после сирены. Антонович, он что у вас, больной? На всю голову! Дочка мне звонит, говорит, Славик какой-то странный пришел. Разделся и полдня гонял кота вокруг стиральной машины. Тренировался, гаденыш. Антонович, а вы не помните, как ее зовут? Машину? Да нет, ну эту девушку, Юркую эту. Вам зачем? И не надо. Смотрите, она бегит, он за ней. Он за ней, учитесь как нужно. Девушка, девушка, это не из вас выпало пенсионное удостоверение? Она тебя по карманам лап-лап, лап-лап. По каких карманам? По нагрудных. Лап-лап. И тут он раз, скок, и сеанс окончен. На третий сеанс... Подожди, а что сделать так, чтобы она за ним гналась? Элементарно. Опоздать на сеанс. Он заходит, а она уже бегает. Уже как бы в мире. И тут он немножко подождал, потом раз... Скок и сеанс окончен. Что вы тут размахались своими пятернями, как инвалиды рутической подготовки? Молоток, Антонович, правильно. Прикинуться детским грибком. Кажется, дождь начинается, кажется, дождь начинается. Она на тебя посмотрела, ой, я же вся обнаженная. И под грибок раз, и тут он скок и... Сеанс окончен. Вы дадите мне про зятя закончить? Да идите вы со своим зятем знаете куда. О! О! Залезь на стол, взять молоток и лампочку, тюк. Она бегит и говорит, почему так темно, товарищи? И тут он на голос, как? И сеанс окончен. Кто он? Ну я. Вам мало? Захарович! Вы дадите мне прессу дочитать на конец концов! И пускай стол, пускай, только в очень маленьком помещении. Во, как бы в лифте. И попросить пацана, чтоб лифт сломал нахрен. Какого пацана? Ну вас, к примеру. А? Захарович, а? Вы про что? Про это. Про какое это? Не помню, но очень сильно хочется. Знаете что, вы слушать не умеете, я пойду. Идите вы. И видеть вас не желаю. Идите вы со своим зятем. Стоп, стоять. Вспомнил. Смотри в глаза, гад. Глаза сказал. Зять ее за третьим разом. Догнал? Догнал. До или после? До! Yes! А теперь с красочными подробностями, как бы ММС. На третий раз зять уже сам разделся. Молодец! Еще в вестибюле. Молодец! Прямо в метро. Молодец! Открывается дверь, в
помещение вваливается огромный, обнаженный афроамериканец. Молодец! Адресок обязательно. И давай гоняться за зятем. Молодец! Антонович, какой такой африканец? Черный бумер. Йо. Дать адресок. А зачем? У меня фигура полный абсолют. 90-60-92. О, Захарович, смотри, он моя и ваша чиксы похромали. Девчонки! Антонович, не перескакивайте. Так этот, паренек этот, чернявый, вашего зятя догнал? Зятя, полиция за превышение скорости. Голову видел? Права отобрали. Нет, он их ладошками прикрыл. Захарович! Что? Не догоним! Этих догоним! И... Сеанс окончен! Владимир Данилец. Спасибо. И Владимир Моисеенко. Спасибо. Молодые дедули.